Ну а сейчас, когда норматив выполнен, по традиции, по нашей доброй, хочу передать приветы Смоленск, Пенза, Красноярск, вся Амурская область, Казахстан, Украина, как всегда, в топе. В начале видоса хочу такой положительный моментик вам показать. Дело в том, что мне успели тут немножко надарить вещей всяких за время ведения видеоблога. Точнее, даже ну, не мне, а для машины полезные штучки. Сейчас все покажу. Начну, пожалуй, с выхлопа. Смотрите, полная трасса, оригинальная, BMW в сборе, вместе полностью, до банок прям, вся вот эта система. Обратите внимание, что на машине сейчас выхлоп стоит с одной банкой. И вот еще девайс какой-то здесь есть, тоже, я думаю, какую-то функцию выполняет. Выхлоп подарил мне Дима, мы с ним были знакомы еще до всей этой истории. А оказывается, он тоже подписчик Мишани, он еще хотел этот выхлоп ему отправить, но не получилось, там с транспортной дороговатая доставка. И вот практически Бэха приехал в соседний гараж, он очень удивился. Дим, спасибо тебе огромное, поставлю этот выхлоп, обязательно продемонстрирую, как до, после. Как видно по прошлым роликам, нынешний выхлоп, он сечет в нескольких местах, одной банки получается не хватает, и он задевает еще редуктор. Я надеюсь, что при установке этой системы все эти проблемы исчезнут, тем более... Вот между вот этой трассой, которую мне Дима подарил, и равнодлинными коллекторами, которые в свою очередь тоже Мишане ребята дарили, отправляли, там будет всего лишь гофра и лямбдазон. Единственный момент, что неизвестно, это с лонга выхлоп или с коротыша. Но на крайняк, даже если это с коротыша, я думаю, можно 14 сантиметров там где-то будет нарастить. В свою очередь сейчас буду искать каких-то грамотных спецов, чтобы все поставили, все установили четко. Приварили там, где надо, отрезали, где подпилили. И думаю, скоро продемонстрирую вам финальный результат. Также огромное спасибо Сане Ткаченко за то, что подарил мне вот этот парктроник. Здесь, как помните, было отверстие такое совершенно ненужное. Вот еще один ништячок. Сейчас вот убирался, как раз обнаружил в бардачке. Еще в марте заезжал подписчик Женя, был проездом из Перми. Вот наконец-то более-менее так иногда начал хотя бы выезжать из гаража на машине. И пригодится твой подарок. Огромный тебе привет и спасибо большое. Зарядочка, вещь очень нужна. Ну и соответственно, будет она жить здесь, в машинке. Ну а сейчас приглашаю поставить лайк вот здесь снизу. И приятного просмотра. Хочу починить, значит, багажник, чтобы он нормально открывался, закрывался. И много вариантов прикидывал, и в комментариях очень много версий вы накидали. Начну, пожалуй, вот с этой кнопки. То есть я вот разберу сейчас ее, с той стороны попробую ее отключить. Или попробую там что-то почистить, под, ну, не знаю, контакты, посмотрю вообще, как там все это выглядит. И сразу же натыкаюсь я на такую вещь, то есть как все это дело разобрать. По идее, вот кнопочка, да, допустим, на японце, на допустим, том же Mark II, там, Crown, я просто взял бы, потянул за вот эту штуку бы, и она у меня оказалась бы в руках, там все это сидит на клипсах, или, допустим, даже центральная консоль, вот так вот взял, потянул, вот здесь вот подцепил, и вся эта борода вот так просто в руках у тебя оказывается, и все. Здесь не так-то просто. Я уже, честно скажу, поковырял, полазил, поприкидывал, как все это разбирается. Сейчас покажу, да, достаточно интересно. Для начала, значит, поддеваем чем-то и вот ослабляем этот воздуховод. А, или даже вытаскиваем, да, его? Далее вытаскиваем вот эту решеточку. Вот она на таких защелках здесь. Получается, нужно открутить вот этот саморез и вон ту гаечку, чтобы снять вот эту накладку. Уже второй раз за неделю приходится доставать всякие мелкие части с самой глубины, откуда-то достал. Опа! Вот эту штучку снимаем. И здесь тоже вот так вытаскивается. И что характерно, эта штука, она сделана из алюминия, представляете? Я позволил себе раздербанить вот эту отделку под дерево с дверной карты, которая была на выброс. И она сделана из чистого дерева. А здесь получается алюминий. Опа. Так, ну ладно, смотрим, что тут можно, как тут добраться-то до нее. Ой, что-то щелкнуло. О,
смотрите, нажимается. Стало нажимать, щелкнуло что-то. Начал вот здесь маленько подковыривать, смотреть, как тут добраться. Тут, кстати, вон что-то сломано. Ну, тут традиционно, видите, дата выпуска. 2 января 2004 года, когда у нас все празднуют Новый год. Ой, тепленькая пошла. Вот видите, на заводе BMW. Ну, смотрите, кнопочка стала нажиматься. Сейчас попробую подключить все это назад и проверить, как вообще, может, действительно она была зажата, и из-за этого у меня багажник чудил. Ну-ка, кнопочка. Опа! Открылась. У меня не закрывалась с брелка. Огонек. При нажатии на эту кнопку у меня просто моторчик жужжал. Нормально вообще. Ну как еще можно здесь нажать на кнопку? Ну-ка, если сейчас нажать. Все. Все функции работают. Кстати, вот этот воздуховод, знаете, куда он идет? Он идет вот сюда. Здесь, как вы уже видели в прошлых видео, на дверной карте с той стороны идет тоже воздуховод такой пластиковый. И он приходит вот сюда. Соответственно, потом воздух идет сюда. И в итоге появляется вот здесь. То есть, чтобы у заднего пассажира, вот здесь тоже был обдув, такой длинный путь поток воздуха проходит. Ну и, соответственно, здесь тоже есть обдув. Ну и в ногах он тоже есть обдув. Ну и сверху тоже есть обдув. То есть, по идее, мне можно даже было не разбирать все это дело, а просто подщелкивать эту кнопочку. Ну ладно, зато узнал, как, какая система разборки здесь, если, допустим, нужно до переключателя до этих добраться. Вентилятор работает первые пару минут, когда завел. Стабильно всегда срабатывает вентилятор. Смотрите, ребят, такая вот интересная ситуация произошла. Здесь, получается, было несколько гаражей, их снесли, роют котлован, что-то собирают устроить. И тут вчера буквально, видимо, что-то не рассчитали ребята, и рухнул гараж, который не нужно было разбирать. И вот видите, сейчас не знаю, будут или восстанавливать, или что с ним делать. А сейчас, после того, как я почистил салон, в принципе, мне уже не стыдно его показать. Начинаем с рулевого колеса. Многим я смотрел обзоры, почему-то не нравится этот руль. Не знаю, я к нему нормально, абсолютно спокойно отношусь. Могу отметить, что на нем 12 кнопок присутствуют. Руль у нас с регулировкой. Ключик вытаскиваем, и он сам уезжает. Такая вот приятная функция. Но я ее в основном не использую, эту функцию, потому что машина в основном в гараже, в режиме открыл и закрыл, завел, заглушил, и будет тратиться драгоценная энергия каждый раз, когда глушишь машину. А, ну и собственно, как заводится вообще машина? Такой ключик присутствует, в котором есть личинка на случай, если нужно механически открыть, допустим, дверь, но завести личинка не получится. Вот, вставляем сюда, нажимаем тормоз. И вот таким образом машина у нас заводится. Вот это у нас кнопочка приятная зимой, функция обогрев руля. Она работает, проверял в дороге. Это у нас рычажочек круиз-контроля. Дальше у нас рычажок стеклоочистителя, ну, так называемые дворники. Это, значит, управление коробкой передач. Как происходит? Нажимаем тормоз, рычажок на себя и вверх. Это задняя передача. Тянем на себя, вниз. Это передняя передача. Если, допустим, нужно на нейтралку поставить, вот нейтралочка. Соответственно, нажимаем на кнопочку и паркинг. Поворотниками можно пользоваться легким касанием. Вот видите, три раза он моргнул,
просто для перестроения, либо если, допустим, нужно повернуть и заблаговременно показать указатель, вот так вот, видите, и все, он будет моргать сейчас. А, это вот переключатель одометра. Это средняя скорость, смотрите, 15 км в час. Вот пробег 200. Насколько хватит вот топлива, полбака на 366 км. Это вот расход, сколько миль можно проехать на одном галлоне топлива. Ну, в общем, это сложная система для нас. Как бы ей я предпочитаю не пользоваться. Здесь, соответственно, стояночный тормоз. Это свет фар. Габариты, то есть загораются ангельские глазки, и, соответственно, можно уже туманки включить вот этими кнопочками. Это передние туманки, это задние. Это фары, соответственно, головной свет. Переходим сюда. Значит, это у нас подстаканнички, они вот так закрываются. Здесь у меня живет в основном этот сканер ОБД-2. Так, ну это отсек, там, я не знаю, под мелочь, по какую-то, под еще что-то, розеточка. Здесь, о, кстати, еще одна заглушка в задний бампер. То есть одну я купил, и две, получается, были в машине в разных местах. Здесь у нас лакшери начинается, это телефон. То есть вот так вот телефончик. Но здесь, к сожалению, нету аккумулятора. И во втором телефоне, который сзади, тоже его нету. Вот, а так выглядит он неплохо. Телефончик BMW оригинальный, не потертый, не поюженный даже. То есть им особо и не пользовались. Сюда вставляется сим-карта. Еще как альтернатива можно использовать, я так понял, вот этот циферблат. То есть когда, допустим, в телефоне нету батарейки, я сейчас смогу вставить симку, возможно, и воспользоваться вот этим циферблатом. Такие вот крутилочки дальше у нас здесь присутствуют. Но также можно климатом управлять с помощью вот этого джойстика. Дальше переходим в подлокотничек. Здесь такой довольно-таки вместительный, намного вместительнее, чем основной бардачок, отсек. Это, соответственно, переключатель багажник. Можно заблокировать, чтобы он не открывался с кнопки. И разблокировать. В этом подлокотнике есть такой вот тайный отсек. Смотрите, хоп, прикольно, да? То есть это предусмотрено заводом-изготовителем вещь. Это получается обдув. И, кстати, мы им пользовались на перегоне. Если сюда что-то положить, какие-то продукты, и работает печка. Здесь просто все греется. Ну реально, даже бутылка с водой лежит. Сюда, кстати, полторашка даже влазит. Бутылка с водой лежит, достаешь горячую воду. Ну и также любую вещь сюда положить. Пирожок тот же можно взять и разогреть. И что характерно, этот бардачок, он закрывается на замок. Какие фишечки у водителя присутствуют? Это можно двигать вот эту под ноги, дополнительную подставочку. Это у нас просто сиденье вперед-назад. Это вверх-вниз. Ну-ка, подставочка вверх-вниз не двигается. Это получается у нас только верхушка двигается сейчас, в данный момент. Только верхушка сиденья. А вот таким движением это все сиденье двигается. Так, и если вверх-вниз сейчас двигать, как красиво. И, соответственно, вот так под голову очень удобно. Я первый раз, когда сел в эту машину, вот под голову вот эта подставочка, она просто очень удобная. Вот так вот ложишься, и прям голова все не хочет оттуда уходить. Это у нас вентиляция. Это обогрев. То есть три ступеньки. Обогрев работает. Вентиляция поначалу работала, потом почему-то перестала. Сейчас вот опять работает. Поначалу на перегоне, я имею в виду. Это, соответственно, у нас активное сидение называется, функция. Типа как массаж. Но он так работает достаточно потихонечку. Но работает. Это память сидения на двух водителей. Это кнопка для программирования. Так, с этой стороны у нас вся та же история, абсолютно как у водителя. У переднего пассажира все функции, все те же. А, и вот эту кнопочку я не показал. Это у нас поясничный подпор. О, ничего себе, вентилируется-то как. Можно даже поменьше, наверное, сделать. Но по легкой программе пусть там вентилируется. В общем, регулировок очень много, и даже пассажир не обделен, и водитель тоже.
Здесь у нас CD-чейнджер, какая-то, в общем, такая дань старине, непонятная, этим я даже не буду пользоваться. Идем наверх, люк получается можно вот так просто рукой открыть, а можно вот этим переключателем. Вот так вот и воспользовался, ну и соответственно назад. Назад у нас задвигается только стекло. А эту надо вот так вот руками. А, либо можно его поднять. Вот так, в таком положении он будет работать. Козырьки с подсветочкой, все как положено. А зеркало у нас электрохромное, то есть самозатемняющееся, видите здесь. Что у нас здесь есть? Регулировка зеркал, право-лево, ну это элементарные функции, складывание зеркал. Вот так вот они интересно таким образом складываются. И главное еще и раскладываются. Но, честно сказать, иногда подглючивают. И какое-то зеркало, кажется, иногда не раскладывается. Нужно помогать ему немного. Начинает движение. Так, ну это стеклоподъемники. Сейчас начинаю поднимать. И в конце, видите, он будет замедляться. Вот в конце чуть-чуть замедляется. Кнопка блокировки шторок, то есть при нажатии этой кнопки задний пассажир не сможет шторками управлять. И это кнопка для поднятия задней шторки. Вот так это все дело происходит. Ну и соответственно вот так опустить можно. Ну что, перемещаемся назад. Здесь очень просторно. Вот сразу так, таким подлокотником можно воспользоваться. Вот, кстати, холодильник. Ну-ка. Вот подголовник почему-то своей жизнью иногда живет. Можно его выключить? Нет, что-то не выключается. Да, тут явно вентилятор дует. Подсветочка вот есть. Но я не знаю, здесь особого холода я не ощущаю. То есть здесь вот видите, типа подстаканника есть, ну и что-то еще влезет, я не знаю, булка хлеба, наверное. Ну, по размеру я имею в виду. Что-нибудь схожее с булкой хлеба. По шторочкам сразу. Вот, кстати, к слову о тонировке. Почему я убрал тонировку? Вот, вуаля, тонировка готова. И вот эта шторочка, соответственно. Переключаем в другую сторону. Подогрев, вентиляция, вот что-то зашумело, а здесь вот еще какой-то отсек под мелочь тоже, наверное. Но вот он здесь надломлен, или вообще этот телевизор, он обречен на вот такие страдания. Он вот здесь, допустим, вот так складывается, его постоянно ногами там кто-то пинает. Это раньше, когда благородные доны там ездили на этой тачке. Конечно, здесь с чашечкой кофе кто-то сидел вот так вот, там, попивал потихонечку. А сейчас, такие, как я, ездят на перегоне, даже помните, здесь Сумари, блин, полный салон был. По Блаблакару там попутчиков набрал. И все, и поехали дубасить по стране. Так что вот этот экранчик, он постоянно попадает. Но, в принципе, он для 15-летнего еще выглядит ничего, более-менее. Ну, вот здесь только единственное треснуло. Ну и здесь, соответственно, также климатом можно пользоваться. Все то же самое, как вон там на переднем экране. Здесь такой вот отсек, тоже достаточно вместительный. Точно такой же телефон. Такая же кнопочка. И такая же история, что батарейки внутри нема. Видите? Здесь все в бархоточке такой приятной. Прям, да прям очень приятной. Ну-ка, здесь вентиляция. Ух, прям вентилятор реально запустился. Задние сиденья у нас тоже очень обширно регулируются. Вот, смотрим. Вперед-назад. Едем. Так. Вверх-вниз. То есть вот эта часть, она поднимается. Вверх-вниз. Это спинка. То есть вот видите. Нормально. Очень удобно в дороге. Здесь кнопочка, к сожалению, сладкая. Плохо отщелкивается. Но вот все, выключил.
Так, ну-ка поясничный подпор попробуем. О, жужжит, натягивается. В общем, поясничный подпор тоже работает. Здесь, соответственно, тоже память на двух пассажиров задних. Подголовничек опускается, поднимается. Сзади такая достаточно прикольная рояль. Вот это под дерево вставочка. Так необычно смотрится. Ну и динамики там тоже. Соответственно, по подушкам здесь 10 подушек получается. Поднимаем вверх свой взгляд. И у нас здесь получается вот такая история. Здесь отдельная какая-то климатическая установка. Дует, к сожалению, горячим воздухом. Возможно, здесь кондиционер просто не работает. Фреона нет там или еще что-нибудь. Заправить нужно, знаете, как это бывает. Ну, в общем, просто дует она. А дальше здесь у нас такое вот зеркальце есть. Как его называют, хлипенькое. Ну, здесь, соответственно, свет перед-назад. Это на весь салон можно включать свет. В общем, парни, фарша хватает за эти деньги. Ну, как бы вообще просто никаких претензий нет. Есть единственный только момент, что налог на этот автомобиль составляет, по крайней мере, у нас в Новосибирске 26 тысяч в год. Ну, и если попроще вот так психологически размышлять, то там 2 с лишним тысячи в месяц придется на налог. Ну, то есть просто в воздух как бы отдавать. Плюс расход топлива достаточно большой, я думаю, где-то 25-30 литров. Но я особо так по городу не езжу так, чтобы прям замерять расход от бака до бака там. Вот. Но по моим прикидкам, если по трассе в 11,5 мне там кое-как удалось залезть, то по городу, ну, по 30-ку, я думаю, точно он потребляет машина. Популярные комменты с прошлого ролика. Больше 1000 комментариев, спасибо огромное. Александр Чамов пишет: блин, это не автомобиль, а чемодан с микросхемами на колесах. Ну да, есть такой момент. У меня даже мысль была, если добавить туда в багажник пару видеокарт, интересно, можно майнить биткоины? Ну или какую-нибудь криптовалюту там попроще. Владислав Филилеев: как будто в гараж со своими парнями сходил. Ну, всегда рад, как бы, заходите, ребята, смотрите. Всегда рад видеть. Андрей Холкин: с такой тачкой видосы можно пилить, хоть до пенсии. Ну, в принципе, соглашусь. Красава, без тонера посвежела. Тачка действительно без тонировки смотрится достаточно так прикольно. Вот. Ну и я говорю, используя, допустим, вот эти шторки, вот чем не тонировка, а, ребята? Вот я сейчас выйду, покажу снаружи, как все это выглядит. Павел Румянцев пишет: без синей изоленты работать не будет. Привет из Подмосковья. Привет, Павел. Пиро пишет: я ведь написал свою почту тебе, если нужно, помогу с любыми вопросами по твоему бимеру. Пиши еще раз, Алексей. Алексей, вообще, ребята, спасибо огромное, там в личку ВКонтакте пишут, там кто-то видео записывает специальные с объясняловками, как, какая функция работает, как скрытое меню открыть, как можно, есть прикольные там диагностические функции в машине. Это просто бесценно, что вы тратите свое время ради того, чтобы мне что-то показать, объяснить, так сказать, неопытному BMW воду начинающему. Да, спасибо огромное, жму вам руку очень крепко. Ну, вот такие функции по салону примерно можно получить за 250 тысяч рублей. Давайте посмотрим шторки, как они снаружи вообще защищают от посторонних глаз. Ну, вот, допустим, спереди вот видно все, да, что лежит. А сзади, смотрите, ну, видно, что там подлокотник, допустим, опущен, да? Но это не так видно прям, как здесь. Чуть-чуть затемняют. Кстати, смотрите, вот сзади меня это начинается Красный проспект. По версии книги рекордов Гиннесса, это самая длинная прямая улица в мире, представляете? Можно по ней сейчас прокатиться.